Ярославские студенты-медики в борьбе с коронавирусом по-прежнему на передовой. После сдачи сессии вышли на помощь к врачам, которые лечат больных коронавирусной инфекцией. Более 350 ребят из Ярославского мединститута сейчас работают в перепрофилированных медучреждениях региона. К примеру, Даниил Иванов на время летних каникул пошел трудиться санитаром в Переславскую ЦРБ. Работает в так называемой красной зоне. Именно там, где лежат пациенты с COVID-19. Заболеть не боится. Говорит, главное это соблюдение мер безопасности. Нет такого страха, потому что вот в больницах, и в частности в нашей больнице, у нас есть все приспособления для защиты вот этой инфекции от вируса, поэтому мне кажется, как на мой счет, мы полностью защищены, и ничего такого с нами не должно случиться.